Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 6, урок 14. Вычисли 28 умножить на 30, 490 умножить на 2, 36 умножить на 20 и так далее. Обратите внимание на запись умножения в столбик. 0 вынесен как бы немножко подальше, независимо от умножения десятков и единиц. Умножение записывается так. Нули сносятся сразу в ответ. Начинаем счет. 3 умножить на 1 будет 3. 3 умножить на 3 будет 9. А 0 опускаем вниз. 2 умножить на 6 будет 12. 1 в уме. 2 умножить на 2 – 4 и 1 – 5. А 0 скидываем в ответ. Вот так мы умножаем круглые числа в столбик. А теперь произведем умножение примеров, которые даны в нашем номере. 28 умножить на 30, обратите внимание на запись, равно 840. 490 умножить на 2 равно 980. 36 умножить на 20 равно 720. 160 умножить на 6 равно 960. 25 умножить на 40 равно 1000. Обратите внимание на запись. Независимо, где находится круглое число, является ли оно первым множителем или является оно вторым множителем, 0 остается как бы за бортиком. Числа записываем под числами, а 0 выносим правее. Если у вас возникли вопросы, предложения или недопонимания, вы можете оставить свои комментарии под видео.